И всем привет, девчонки, с вами Твикал, и сегодня мы будем играть Техно Мэджик Скай на S-севере Excalibur Craft. Ребят, у меня есть небольшие новости, такие как для вас, и, конечно же, это будет большой прогресс для вас, потому что Техно Мэджик Скай будет выпускаться очень-очень часто. Ребят, чтобы выпускался Техно Мэджик Скай, всего лишь вам нужно сделать лайкусик, поставить обязательно лайкусик под этим видеороликом, подписаться на канал, и тогда Techno Magic Sky будет выпускаться очень часто, прям вообще как, знаете, как Ubisoft клепает своих ассасинов. Также и будет, буду клепать я, скобочка в раз в год. Поэтому, фью. Ребят, в предыдущей серии, как вы помните, я делал вот такой вот прекраснейший механизм, который добывает нам булыжник автоматически. Еще за кадром я поделал всякой дичью. Пострадал такой фигней, как вот такой вот дичью, как видите. Тут у нас заразилась вся трава. Но оказывается, всего лишь не нужна зараженная трава, потому что она, блин, бесполезная. И нам надо всего лишь было, оказывается, вот такая вот обыкновенная земелька без травы, понимаете? Я сюда поставил мицелий. Сейчас она все заразится, конечно же, через некоторое время. Вот еще что, ребят, я сделал нашу схему, которую вот мы показывал в какой-то серии, я не помню, зарабатывали деньги с помощью нее. Вот это вот, оно автоматически, получается, почти автоматически, мне придется только брать ведра и черпать отсюда все. Еще, в предыдущей серии мы пытались выполнить задание Techno Magic Sky Переход, вроде как, где оно? Вот оно, Techno Magic Sky Переход 3. Так, в этом Techno Magic Sky нам надо было 3 капсулы сока и 1 капсулу растительного масла. Я тупанул, мне показалось, почему-то надо было 2 капсулы растительного масла. Меня сейчас попытаются убить? Нет, не попытались убить. Я еще сделал случайно 1 капсулу вот такого вот сока и капсулу растительного масла. Ребят, давайте сразу выполним это и пишем варп, как вы знаете, шопе. Шоп. Так, шоп. Вот так вот. Варпшоп. И просто идем, ребята, просто идем переход Techno Magic Sky. Наконец-то, ребят. Сейчас мы, возможно, будем продавать, ну и слух у нее. А кому отдавать-то? Тебе? Да. Ох, это мне, фруктовый сок. Откуда ты знаешь? А это что? Масло? Какой запах? Ах, сегодня у меня ждет вкусный ужин. А тебя я вспомнил. Ты интересуешься так называемой техномагией. Причем с уклоном в фермерство. Необычно. Ладно, не буду тянуть от за хвост, давайте сюда книгу, и я магическим образом перенесу туда необходимые знания завершить. Так, техномагия переход 4, мне получается, что нужно? Где же это? Так, книга, а сделать всего лишь одну книгу, давайте, ребят, сразу это легко, просто изично, так сказать. Ребят, ну давайте сделаем книгу. Еще я хотел сказать то, что у меня 200 тысяч монет. Знаете, как я их заработал? Ага, а я вам не скажу, как я их заработал. Хотите заработать деньги столько же, сколько и я, то давайте наберем под этим видеороликом, там, давайте, я, конечно, сейчас преувеличу, но 10 лайков. Все, 10 лайков набираете, и я покажу вам, как можно заработать тут 200 тысяч изично. Даже больше, 300 тысяч можно выиграть. Ну вот. Так, это небольшое лирическое отступление, меня чуть не убили. Мне нужна кожа. Кожа, она у нас где-то здесь. Есть 6 штук и есть бумага. Так, поехали. Там ищутитель. В общем-то, он там, до сих пор. И нам надо сейчас сделать бумагу. Бумагу, я хотел сказать, книгу. Вот, одна книга готова, ребят. Чё, погнали? Ребят, варпшоп. И быстренько. Сейчас мы отправимся к нашей магии. Маг, торговец. Взмах жезла. Ну вот, и все. У тебя... И теперь я ухожу. Пора готовить к ужин. Завершить. Техномагия 5. Так, теперь техномагия 5. Что там у нас? Завершить вместе с учеником фермера, ребят. Это мы, походу выполнили все задания. Неужели? Неужели? Ух, пожалуй, это пока слишком круто для меня. Все это магические штуки. А вот с механикой я справлюсь. В общем-то, я все понял. Спасибо тебе. Магическую книжку оставь себе. И я недостаточно умен для магии. И вот тебе саженцы. Они ценны, не потеряй. Ребят! Да! Саженец серебряного дерева!
Мы выбили это! Наконец-то! Ура! Ребят, сейчас мы, конечно, его посадим. Я знаю даже, где посадить. Так, пишем из хома. И нам дали Тауминикон. Так, это первый наш шаг. Это самый первый наш шаг в техномагии. То есть, получается, есть Тауминикон, вот это все. Это абсолютно все. Мы теперь будем гордо называться, ребят, себя техномагиками. Или техномэджиками. В общем-то, да. Наконец-то, ребят, саженец, саженец. Давайте его сюда посадим, он, надеюсь, вырастет. А если вырастет большое дерево, то коровки забегут у нас. Ну, в общем-то, в этой серии я не хотел заниматься квестами, но у меня уже было все подготовлено. Ребят, я очень рад, что у меня есть так, Тауминикон. Да, давайте положим его сюда. Ой-ой-ой, это мусор. Ребят, обращайте внимание. Мы сейчас хотим заняться такой штукой, я хочу лично. Но мистера Крипера нету, потому что я его не позвал, сорян, но так уж получилось. Я хочу заняться такой штукой, как ветрогенератор. Да, ребят, ветрогенератор, точно! Сейчас пишем варпшоп. И идем покупать просто, идем быстренько покупать к ученику. Точнее, не ученику, а к механику. Торговля! Ротор! Понимаете, ребят? Я выполню это! Я выполнил вот это все задание. Так, это же изично. Просто изи, ребят. Приметная труба, основная жидкостная труба. Ребят, боже. Не, ну же сейчас будет провода, которого у него нет, да? Как я понимаю. Купим, покупаем ротор, углепластиковый ротор. И у него тут нету той штуки, которая мне надо, стекловолоконный провод. Сколько он стоит? Ну, блин. Дороговато, дороговато. Сейчас, конечно же, это очень дорого. У него всякое есть. Я не знаю, открыл ли код, то есть мой подписчик, вот этого торговца. Если что, я ему помогу. Он помог нам, мы поможем ему. Так что, ребят, не переживайте, я помогу подписчику. Я помогаю подписчикам, если хотите, конечно же, играйте сюда. Приходите с радостью, я вам всем помогу. Так что, ребят, давайте пишем из хомы. А, еще, да, я за кадром. Забыл, что я сказал. Забыл, что я хотел сказать. За кадром я еще сделал кинетический генератор. Вы помните, как он, надеюсь, крафтится. Вот так он крафтится. Вот это все, вот это вот. И углепластиковый ротор. Теперь нам нужны просто провода. Я не знаю, сгорит или нет наш генератор вот эти вот. То есть, если МФУ... МФУ, давайте напишем. М... Точнее, МФУ... Так, М... Точнее, МФЭХ. Вроде оно. Нам нужно сначала сделать МФЭХ. Это сложно, это очень сложно, по крайней мере, в данный момент. На данном этапе. Но вот это вот всего не продается ни у кого. Просто нету никого, кто продает вот это все. Возможно, возможно, я могу купить у кого-то. Давайте, ребят, наверное, спросим у людей. Если что, ребят, я вас информирую. А так, мне сейчас нужно сделать провода. Вот резина. И вот такие вот провода. Они делаются... Знаете как? Сейчас покажу вам, как они делаются. Они делаются вот так вот. То есть, получается, три резины и высоковольтные проводы. Надеюсь, они током не бьются. А если бьются, то это очень-очень печально, конечно же. Я понимаю, если их изолировать, то они не будут биться. А я имею в виду вот именно такой вот провод. Без изоляции. Но... Ладно, посмотрим. Сейчас нам надо просто проверить, не взорвется ли от этого провода. И нам надо набраться наверх. Очень высоко вверх. Так что, ребят, давайте, наверное, купим все-таки. Я поставлю на паузу, чтобы купить это себе. То, что я хотел. И потом я займусь вот это вот электричеством. Еще, ребят, я забыл, что вам забыл показать вам. Такую вот штуку. Так, я ее закрыл случайно. Тык-тык-тык. Там слишком много мобов. Там реально много слишком мобов. Пошли вон носатый житель. Кстати, зомби не надо было, не стоит убивать было. Ну, вообще-то, сюда надо будет провести электричество. Блин, кто там бьет меня? Уйди, 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 уйди. Так, у него шапка какая-то. Опа. У него кирка в шапке была. Кирка в голове, точнее. Ну вот. В общем-то, тут я собираюсь сделать... Знаете что? Это будет технический этаж, то есть там будут проводиться всякие провода, чтобы они не торчали снаружи, как вот там у нас внизу.
А были как-то аккуратненько внизу. Сейчас я, конечно же, попробую найти факела. Вот я нашел факела. И поставить их там, чтобы как-то поменьше убавить спавен мобов. Да. А то как-то с мобами не найс. Так, тут у нас что за дырка? Ладно, в принципе, нам без разницы. Всего лишь чистый такой вот. Все. Где-то примерно надо будет делать тут... Это технически, я так сказал уже. Тут мы будем проводить всякие провода, это электричество, всякое вот такое вот шняги. В общем-то, да. А сейчас я собираюсь заняться, я уже сказал, вроде как, да? Я ведь говорил. Да, я хотел купить МФУ. МФЭХ, точнее. Давайте напишем. Поэтому пока пауза.